Репертуар областного театра Кугалалакай пополнился новой постановкой для детей. Спектакль называется «Каскар Щебжейме». Он стал первой режиссерской работой одной из артисток театра. О спектакле и о том, какие планы у творческого коллектива на новый сезон, в нашем следующем сюжете. Артисты театра «Кукол» творческие растут с каждым годом. В результате кто-то начинает пробовать себя в роли и режиссера. Одна из них – Гаухар Уралбай. По сюжету спектакля, который поставила артистка, в лесу голодный волк пытается поймать бегущего зайца. Устав от волка, заяц призывает его перестать есть мясо и перейти на траву. Это моя первая режиссерская работа. Сама работаю в театре уже более 20 лет. И вот я решила попробовать себя в качестве режиссера. Выбрала постановку «Каскар Щебжейме». По сюжету, когда волк, который не смог добраться до зайца, идет по лесу, он встречает ягненка и козленка, которые заблудились. По сути, это прекрасная возможность для волка, однако он их не трогает. Что заставило его пойти на такой необычный шаг? Сможет ли он полностью перейти на траву? Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы, приходите посмотреть спектакль. На первый взгляд спектакль может показаться исключительно для детей, однако если посмотреть на сюжет под другим углом, можно заметить схожести переменные, происходящие с волком и с поведением человека. Он переходит на потребление растительной пищи. Мне, конечно, смешно, с одной стороны, а с другой стороны, так актуально, сейчас очень много людей вегетариане, да, то есть это не просто перейти на растительную пищу, это поменять образ мышления, и волк у нас меняется кардинально, он из агрессивного злого волка становится добрым, другом зайца, козленка, жемяк. Если вы слышите крики, это волк гоняет зайца, он хочет его поймать и съесть. И вот, вот эта погоня, естественно, понимаете, да, как он голоден, как он хочет съесть. Он переходит на растительную пищу. Не потому, что не есть мясо, а меняет свое мышление с негативного на более позитивный, с агрессивного на более добрый, понимаете? Если я раньше мне было там, кто-то ни слова сказал, я могу сказать ему какую-то гадость, а сейчас я себе уже, я очищаю свое сознание от негативных, токсичных мыслей. Как-то вот так. Я думаю, что это примерно об этом эта пьеса. В целом на 39-й театральный сезон у творческого коллектива большие планы. На днях они едут с гастролями Байконур, в конце сентября в Актау, а в октябре ожидается поездка на два международных фестиваля в Шымкенте и в Алмате. А в ноябре запланированы гастроли в Петропавловске и участие в российском фестивале «Мари Эл». Жасан Жылбаков, Душан Жасланов, телеканал Актобе.